Чуть ты рот раззялил. Чуть не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Не за что, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Ладно, понял. А что у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей. И те, кто не успел скрыться, им... каюк! Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть что-нибудь? У меня есть. Но я тебе своей не дам. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. А он прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. Твою мать! Пчела! А, чтоб тебя! У нас 30 секунд, двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца! Не работает! Иди сюда, громила! Иди сюда! Быстрей, 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 быстрей! Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо! Сука, вправо! Да, вот так. А я их пока задержу. Мать, да ты при арсенале, блин. Ты что задумал? Так. Два года мне покой не давали. Получите! Да что за собаки тролли? Черт! А это у тебя откуда? Ты молод. Может, лучше я? Ключ держи. А я уж тут сама. Вот вляпался, блядь.